Чуваш республикин министр зен кабинетин ларвинче ялгужала хадаланове. Общество балаты берги тогда ити закон проект чезене пасадухреч. Пурегун яргинче вундвада иду бульче. В зенчень хожу берин берги малала тепленрех. Ялхужала хадаланове берги еще не закон проект не агропромышленный. Шрих ученый зене право для женщин яргелези бума хадерлене. Он зарон ялгужалых товар не хадерлегензем, пачалых тогда ити зизем ушинде щихану тадалать. И два гускат на май ялгужалы хенже паэнги лародурвата дешкерджиш. И лашки шел сенже ялгужалы хенже механизатор земщит меща. Везде еще не техника гурзана хорошлых тую межуралать. Межинде зень правильно чухне варенде учреждение пургенле еще не еши техника вартанлы ебе. Палаштармасть. Умбекте левди лартмаща. Тера машины юзалых недерсези драган. Пачалых инспекциям бычтыхе Владимир Дмитриев. Чамбада Иван Моторин, премьер-министр. Тень тухыш сербелю бараган базы зене хупсан лаях рахпульме шедезеитре. Халлихи везен ежи херехике. Ку котка зайдавата цабама. Войла даланза бараган предприятий зембеки лежи дуза ишли мезенче. Ялхужалых министр Сергей Павлов. Он зарубушне хужалых сенче упранаган юзавзар техникаран. Вахатраху далмала. Он зранка дарду зем я бы хпла сазер хатардичлар ура. Шамрак варндиген зене бурн малы шурт ердуян мабулужа стелевбе ипотека ергене лужуну зем гердешень. Везин халя ипотекан ширым процент не мар, хватир хаген ширым процент не дюймели были. Хальчен са грундах учитель шаг программу баузу гурна. Аварли шурт ер фонден джиншин зене гужарма, шамаршим езене хватирбе, социалу шамалах симбе девештерме, и гибенде вунулта, и гибенде вунчичим шул зенче, чавашин хысненен джинь укша уйрма балартна. Шанбегех ялда, югуна нумай журдо хватер зенче бурнаган зене тимлех сарховармеч. Кейгардыр сене саплама, шул зене юзама укша уйреч. Анчахта Петр Краснов, пачалых канажын депутаче, аджаса чезнбеш кул зене худай расы берге ша проектра пэрреди ширмангезе азырхатарже. Светлана Енилина, финанс министра, везене чималданах федерация программы зене кертне берге галары. Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика.